процесс как одну большую и сладкую конфетку. Это ваш проект. Но каждый в нем увидит свое. Значит, для каждого, презентуя этот проект, вам надо завернуть эту конфету в такую красивую обертку, которая понравится именно этому. Другому, другую обертку тогда. Взаимозаменяемость в команде может быть. Но на самом деле, количество членов команды может быть не такое же большое. По-разному бывает. Бывают люди, которые здесь назывались, и Глеб Владимирович, поставщики услуг. Они не являются членами команды, но они, тем не менее, работают на команду. Вы определяете сами. Когда вы видите, что что-то не работает, вот тот самый важный процесс анализа в ходе реализации, что-то не срабатывает, вы начинаете также искать причину, почему не срабатывает. И вы увидели, что у вас просто не хватает сил, времени. Вам нужен кто-то, который бы владел вот таким-то, такими-то вещами, и вы начинаете привлекать этого человека в поиск. Методы те же самые. И тогда вы его мотивируете, он становится членом команды, либо не становится, вы ищете другого. Так что взаимозаменяемость может быть на любом качестве. Еще вопросы?